Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы сегодня вам представить доклад, посвященный современным подходам коррекции нежелательных явлений на примере нового класса ингибиторов PI3K. Определение мутации PI3K уже внедрено в клинических рекомендациях и прописано в русско AOR SMNCCN. Мутация PI3K – это одна из основных причин развития резистентности гормонотерапии. Мы говорим про гормон позитивный, HER2 негативный, рак молочной железы. И основной путь, который драйвит деление клеток – это сигналы от рецепторов эстрогенов. Возникает резистентность гормонотерапии и связана она с активацией дополнительных сигнальных путей, которые вне связи с рецепторами эстрогенов стимулируют деление клетки. Один наиболее самых распространенных путей – это путь PIK-AKT-mTOR, который активируется в результате мутации гена PI3K практически у 30-40% пациентов с метастатическим раком молочной железы. Мутация возникает в гене, на самом деле в гене несколько точек, в которых может она возникать. И она приводит к гиперактивации фосфатидилизинтол-трикиназы. В норме этот белок присутствует во всех абсолютных клетках, и он очень важен и нужен, так как он передает сигналы от различных рецепторов ростовых факторов. Как известно, клетка вообще-то не делится, но делится только в таком случае, когда к ней пришел какой-то сигнал, например, гормон или ростовой фактор, который связывается со своим рецептором и далее активирует целый каскад реакций сигнальных. При мутации фосфатидилинозитол-трикиназы все время она активна, и в общем-то ей все равно, есть ли какие-то ростовые факторы или нет. Она постоянно стимулирует клетки, и поэтому получается, что она является неблагоприятным фактором течения болезни и повышенной агрессивностью заболевания. Накопленный нами опыт говорит о том, что наиболее часто мутация выявляется в 7, 9 и 20 экзонах. Также мутация гена PI3K может обнаруживаться как на ранних стадиях, так и на метастатических стадиях. Что же по своем сути мутация PIK3CA? До последнего времени мы получаем все больше доказательств о том, что она является мощным фактором прогноза, негативным фактором прогноза. Проведенные исследования говорят нам о том, что наличие этой мутации определяет худшую общую выживаемость, выживаемость без прогрессирования, безрецидивную выживаемость, а также определяет худшую эффективность гормонотерапии, причем не только адъювантной гормонотерапии, но и также гормонотерапии в комбинации с CDK4/6 ингибиторами и в комбинации с mTOR ингибиторами. Эффективность алпилипсиба была изучена в исследовании Solar-1, которое стало, в общем-то, регистрационным. И вот уже более года как препарат был одобрен в комбинации с фулвистрантом для гормон-позитивного, HER2-негативного рака молочной железы, у которых была выявлена мутация в гене PI3K. Исследование Solar-1 продемонстрировало, что увеличение общей выживаемости у пациентов с метастатическим поражением печени и легких дает преимущество на 15 месяцев. Причем преимущество гормонотерапии фулвистрант с алпилипсибом и наблюдалось у тех больных, которые ранее в качестве первой линии получали ингибиторы ароматазы в комбинации с ингибиторами циклин-зависимых киназ. Препарат алпилипсиб был зарегистрирован на территории Российской Федерации, но пока еще не вошел в список ЖНВЛП. На данном слайде представлены рекомендации РУСКО-2021, где мы видим, что препарат, возможно, применение лучше всего в качестве второй линии после комбинации ингибиторов ароматазы в сочетании с CDK4/6 ингибиторами. Кому следует определять мутацию? Всем пациентам с гормон-позитивным, HER2-отрицательным, метастатическим раком молочной железы. Какие есть возможности диагностики мутации PIK3CA? Либо врач сам может отправлять стеклоблоки через программу карциногеном, либо врач также может направить напрямую гистологический материал в лаборатории Евгения Чеменитова в рамках эпидемиологического исследования, либо больной может самостоятельно в рамках программы «Активный пациент» самостоятельно вызвать на себя курьера и передать стеклоблоки, и получит результат. Исследование Solar-1 продемонстрировало нам и профиль токсичности.
Токсичность у этого препарата таргетная. Так как алперипсип, значит, это первый ингибитор PI3K, продемонстрировавший достоверную эффективность и обладающий приемлемым профилем токсичности. Как мы видим, основные нежелательные явления – это гипергликемия и сыпь. Связаны они с механизмом действия препарата, так как PI3K вовлечена в регуляцию уровня глюкозы в крови и дифференцировку кератиноцитов эпидермиса. Отмена из-за гипергликемии потребовалась у 6% пациентов. Интенсивность дозы алперипсипа в исследовании Соляр-1 составила 82%, что довольно много и свидетельствует об контролируемости нежелательных явлений. Это механизм образования гипергликемии на фоне приема алперипсипа. Как я уже говорила, блокировка пути PI3K зависимого каскада определяет специфическую токсичность, поскольку этот путь задействован в утилизации глюкозы. И блокировка этого пути приводит к нарушению захвата клетками глюкозы. И происходит повышение уровня глюкозы, то есть несахарный диабет. Ранее были споры между врачами, докторами, а всего-навсего развивается-то, в общем-то, лабораторный побочный эффект со всеми его последствиями на организм, называемые гипергликемией. Что важно знать про гипергликемию при назначении алперипсипа? Еще раз повторю, она вызвана блокадой PI3K, которая передает сигнал от рецепторов инсулинов. Это временное нежелательное явление. Оно разрешается после прекращения приема алперипсипа. Зависит от исходного метаболического статуса пациента и довольно-таки хорошо профилактируется препаратом метформин. Развивается в первые 2 недели, требует немедленной коррекции, которая включает в себя соблюдение диеты, лекарственные препараты, снижение дозы алперипсипа. И очень важно знать, что следует избегать прием препаратов инсулина. Также хочу отметить, что гипергликемия зависит от исходного метаболического статуса пациента, и эффективность препарата алперипсипа не зависит от исходного метаболического статуса пациента. Перед тем, как доктор пациенту назначает алперипсип, он обязательно должен сделать стратификацию риска перед началом лечения. Что относится к факторам риска? Это что мы смотрим? Это глюкоза плазмы натощак, уровень гликозилированного гемоглобина, индекс массы тела, семейный анамнез сахарного диабета, гестационный диабет, рождение детей с массой более 4 кг. И уже мы пациента определяем группу низкого риска, умеренного риска, либо высокого риска. Группа низкого риска, там не требуется прием профилактический метформина. Пациенты с умеренным риском, там назначение требуется метформина в дозе от 500 до 1000 мг на ночь. И пациентов с высоким уровнем требуется назначение метформина в дозе 2000 мг. Препараты для коррекции гипергликемии пациентов, получающих алперипсип. При неудовлетворительном контроле гипергликемии на фоне иммунотерапии метформином в максимальной дозе 2000 мг в сутки пациент, конечно, должен быть направлен уже к эндокринологу для коррекции терапии. В качестве второй линии сахароснижающей терапии рекомендовано назначать использование ингибиторов НГЛТ-2 после консультации эндокринолога и, конечно, при его наблюдении. При необходимости интенсификации сахароснижающей терапии рекомендуется назначение 3-5 препаратов, и предпочтительными является выбор лекарственных средств, улучшающих чувствительность к инсулину. Какие еще показания к эндокринологу есть? Это глюкоза, уровень глюкозы натощак выше 7,5 ммоль натощак, либо 10 ммоль на литр при приеме метформина в любое время суток. Наличие кетонурии, кетоновые тела в моче, и также показаниями для госпитализации в отделении интенсивной терапии эндокринологического отделения, конечно, это кетонурия или кетонемия, сопровождающая повышением глюкозы плазмы выше 13 ммоль на литр. Таким больным показана госпитализация. Это телефон и сайт ДАН, куда пациенты могут обращаться, которые получают алперипсип.
Либо на телефон сразу отвечают и дают рекомендации, как быть, либо можно написать письмо, и консультация эндокринолога будет осуществлена в течение суток пациенту. Второе, наиболее часто встречающее нежелательное явление алпилепсиба – это сыпь кожная. Она вызвана блокадой также PI3K, которая в норме регулирует рост и дифференцировку кератиноцитов эпидермиса. Передавая сигнал от рецептора эпидермального фактора роста комплексом, PI3K активирует киназу КТ, блокируя апоптоз и стимулируя завершение дифференцировки кератиноцитов. Блокада этого же пути с помощью алпилепсиба приводит к гибели клеток кожи путем апоптоза. И клинически эти нарушения и гибель мы видим в виде сыпи различного характера. На данном слайде представлена фотографии нашей пациентки. На фоне терапии алпилепсиба начала она ее получать с 1 сентября. По настоящее время у нее отмечается поражение более 30% кожных покровов. У нее зуд. С начала терапии она начинала принимать профилактические антигистаминные препараты, но тем не менее, видите, у нее развилась сыпь. К нам она обратилась уже вот в таком состояние. Сыпь третьей степени встречается у 9% пациентов по данным исследования Соляр-1. Исследование нам продемонстрировало, что сыпь у тех пациентов, которые профилактически принимают антигистаминные препараты, у тех сыпь реже по сравнению с общей популяцией. Как мы видим, что сыпь любой степени тяжести была у 27 против 64%. То есть кто получал, была сыпь у 27%, и кто не получал антигистаминные препараты, 64%. Сыпь третьей степени была у пациентов, получающих антигистаминные препараты, 12%, и кто не получал антигистаминные препараты, 23%. Сыпь, которая привела к прекращению приема алпилепсиба, составила 3,5% в группе, кто принимал, и кто не принимал профилактические антигистаминные препараты, 4,2%. Рекомендации ЭСМО 2021 года по профилактике сыпи. Пациентам, начинающих прием алпилепсиба, рекомендуется профилактический прием антигистаминных препаратов без седативного эффекта при начале терапии. Прием антигистаминных препаратов можно прекратить через 4-8 недель, поскольку сыпь развивается, как правило, в течение первых 2 недель от начала приема препаратов. Что делать при сыпи третьей степени? Временно прервать препарат и дождаться, когда сыпь снизится до первой степени, и снизить дозу алпилепсиба потом сначала до 250 мг на сутки. Применение топических глюкокортикостероидов. Возможно, нет седативный блокатор H1 гистаминовых рецепторов. Таким пациентам, когда у пациента зуд, жжение, прием антигистаминных препаратов следует принимать в течение как минимум 28 дней после возобновления терапии алпилепсибом. При неэффективности применение системных глюкокортикостероидов в низких дозах на короткое время. Это схема коррекции алпилепсиба. Стартовая доза 300 мг в сутки, первая редукция дозы 250 мг в сутки ежедневно, и вторая редукция дозы 200 мг в сутки ежедневно. А теперь давайте проголосуем. Интерактивное голосование. Возьмем в руки ваши телефоны. У нас обратилась пациентка, 62 года, ЭКОК-1, заболевание рак правой молочной железы, комплексное лечение в 2013 году, метастазы в парастернальные лимфатические узлы 2019 года были верифицированы, гормон позитивный, рак HER2 негативный. В качестве первой линии она получала в течение
практически 2 лет литрозол с рибоциклибом и прогрессирование процесса от ноября 21-го с метастазами в печени. У нее выявлена мутация PI3K в 20-м экзоне, отсутствует висцеральный криз. Ей рекомендовано начать гормонотерапию фулвестрантом в комбинации с алпилипсибом. Какова будет наша тактика? Начать прием антигистаминных препаратов и отменить их через 4 недели при отсутствии признаков сыпи? Или начать прием преднизолона 20-40 мг в сутки при возникновении сыпи? Или начать прием антигистаминных препаратов и принимать весь период терапии? Голосуем. Результаты давайте мы обсудим уже после завершения, что у нас получится. Спасибо всем за внимание. Вероника Викторовна у нас сейчас подключена. Будьте добры, прокомментируйте. Только кратко. У нас еще комментарии очень важные профессора Бештейна Льва Михайловича. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Получается, по голосованию все проголосовали за первый вариант назначения профилактической антигистаминных препаратов. Что, в общем-то, и правильно. При назначении алпилипсиба необходимо назначение с профилактической целью антигистаминных препаратов до 4 недель, как минимум.